Самые активные пионеры региона собрались у зале громадско-культурного центра на справоздачно-выборный взлет областной организации БРПА. И они не только удельничали у обмеркования важных питаний у пионерской работы. Лепшие у своей справе отримали памятные знаки, грамоты и удячности. Сюжет Марины Джалой. Андрей Ясковец у пионерской организации 5 годов. На взлете представляет Калинковицкий район. На питание, что нового он может привнести у деятельность БРПА, каже, сдается, как раз об самым болючим. Сейчас очень настойчивой проблемой стали наши гаджеты. Дети очень закрыты в себе, а пионерия помогает им открыться. А сам как с телефоном? Ну, конечно же, без него и самому трудно. Это, считайте, наш такой помощник. Но нужно себя ограничивать, нужно иметь какие-то рамки. В нашем районе, в Мозырском, мы придумываем различные мероприятия нашей детской палаты. Это, например, квест-игры. Вот, например, недавно мы проводили квест-игру «Октябрянде. Любимая страна», а также квест-игра очень интересная, всем понравилась, в «Удивительный мир пионерии». Все ребята были в восторге и были очень довольны. Самым хвалюющим был момент узнагороджения присутных памятными знаками, грамотами и удяшностями Центрального и Гомельского областного совета БРПА. Их отримали каля 50 человек. Организаторы пионерского руху, активисты организации, сябры и партнеры, которые содействуют развитию пионеры у нашем регионе. Дальше наша областная организация у троицы лепших Украине. Развиваются международные отношения. Нам очень приятно, что в прошедшие 3 года нам удалось 2 раза побывать в городе Москве, встретиться с пионером города Москвы. 3 раза мы побывали в Смоленске. Делегация Смоленска прибывала и в Гомельской области не так давно. И вот, завершая буквально отчетный период, мы договорились с Ташкентом, с Узбекистаном о том, что мы будем налаживать сотрудничество. И очень приятно, что вот к этому отчетно-выборному слету дети из Ташкента прислали нам свой приветственный ролик. Зараз у Гомельской области наличивается около 100 000 пионеров. Марина Джала, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.